потому что тут были мои друзья, и потому что нигде, ну, у нас в поселке нигде нет таких мест, где можно покататься. Потому что на катке, там ведь ничему не учат, там ведь даже тренеров нет, даже если за деньги. А тут и за бесплатно, и мне заодно нравится. Играю в хоккей 3 года, и мне понравился этот вид спорта из-за того, что я увидел, как хорошо катаются, и захотел покататься вот хорошо. Потом уже с клюшкой начали тренироваться, вот понравилось, хожу уже 3 года. Папа записал, я думала, зачем я сюда, но сейчас понравилось. Я просто маму сильно просила, чтобы сюда попасть. С 3 лет, если честно, болеет хоккеем. Как-то раз они с дедушкой смотрели, по-моему, чемпионат мира. И вот она, вот все, мама, купи мне коньки. И с 3 лет вот она стоит на коньках. И вот в 6 лет ее взяли в команду. И с 6 лет она тренируется. Вот ей сейчас 10 почти. Ну, то есть 4 года она тренируется. У нас нет же женской команды. И очень переживал тренер, что вот, ну как, девочка пойдет кататься с ребятами. Я очень переживала, ну как, вот она пойдет там, плакать там будет. Не, она очень стойкая. Не жадничайте шайбу на ворота. В садике ходят, подготовительная, да, идет. У нас ходит 1, 2, 3 девочки тоже катаются, то есть как бы. То есть тут как бы женский хоккей, если закрытый сделать, да, тренеров сюда, ну, квалифицированных взять, да, то можно, почему бы и нет, и хоккейная команда и для девочек, и для мальчиков. Надо здесь вот над этим подумать.